Вот такой станочек. Это у нас еще один профилегиб. Профили — это карнизы алюминиевые, по-моему, знамя труда. Под них вот канавки сделаны. И, возможно, разный профиль по ширине. То есть они меняются. Здесь под шпонку паз сделан. Меняем, соответственно, откручиваем, вытаскиваем, и замена. А работает он вот таким образом. То есть мы крутим ручку, и, соответственно, два колеса двигаются в одном направлении. Или в этом, или в этом. Этой ручкой мы подаем усилие изгиба, то есть постепенно увеличиваем, прокатываем, то есть вся обычная система. А есть недостаток, надо будет позаниматься, исправить, то есть обслужить шестерни, звук каленые, что ли, прям такой звенящий. Здесь все исправно, легкая ржавчина есть. Надо будет разобрать вот этот узел, открутить, вытащить и закрепить вот эти два болта. С направляющей смазать давно не пользовались, поэтому вот этот вот крепеж, он выскочил. Надо будет или нарезать резьбу, или заменить на другой диаметр, но в любом случае нарезать, чтобы двигалась. Сейчас она не двигается, направляющие вот эти вот надо вот смазать чуть-чуть, чтобы вот этот ролик ходил. То есть вот он крутится, но пытается вот эту пластинку на себя вырвать. То есть вот это вот подзаклинило. Работы здесь на полчаса перекорами. Сама станина толстый алюминий, наверное, дюраль. По работе можно посмотреть у них на сайте, то есть здесь можно заказать любой профиль, выточить какой надо, или использовать эти, то есть в мастерской, ну или по прямому назначению для загиба карнизов. Станок работал немного, там где-то года полтора, наверное. То есть интенсивность небольшая была.